Кто там? Эй! Спасибо, что пошел со мной, Пит. Ты такой смелый. Только давай поосторожней. Мне нельзя приходить сюда так поздно. Когда я в первый раз сюда залез, вышло не очень хорошо. Мы не залезаем. Мы проверяем. Здесь по ночам происходят нехорошие вещи. Доктор Смайт с ними борется. Знаешь, он не такой плохой. Он хочет все здесь изменить. Да, так и в ролике сказано. Ну, что именно подгнило в Аскорбском королевстве? Я думаю, они продолжают работу доктора Коннорса. Да, гибридизация. Идем. Ого, это как? Делают новых ящеров? Много чего нового делают. Я точно не знаю. Сегодня и выясним. У Аскорб есть мозги, есть ресурсы. Почему бы им не работать для людей? Потому я и вернулась. Доктор Смайт хочет все изменить. Я знаю. Его гениальные работы станут новой эрой в истории человечества. Подожди минутку. Ну, здесь мы точно в безопасности, поскольку никогда не попадем в него. Мы... О! Пригнись. Ух ты! Ты только посмотри! Я знал, что доктор Смайт любит наноботов, а про больших роботов и не слышал. Такое не надоест. Ух ты, а это что? О боже, это доказывает, что они продолжают опыты Коннорса. Скачать ему снотворным. Почему он дергается? Прости, я дал ему все, что было. Что случилось? Ты в порядке, Гвен? Да, спасибо, доктор Смайт. Ребята, вы здорово попали. Вы что тут делаете? Все в порядке, они со мной. Так что ты тут делаешь, Гвен? Ты знаешь, тебе нельзя приходить сюда после работы. Тем более с кем-то. Доктор Смайт, пожалуйста, простите. Это мой друг, Питер Паркер. Питер Паркер. Наслышан, наслышан. А я сегодня многое услышал про вас. Итак, зачем вы здесь? Доктор, это моя вина. Я восхищен вашей работой в Аскорб, когда я услышал, что вы тут делаете, ну, про наноботов. Мне захотелось взглянуть... Вы работали с Коннорсом, верно? Забавно увидеть вас здесь. У меня уже сил нет избавляться от этих гибридов. Так это все-таки гибриды? Вы клялись мне, что от работ Коннорса не осталось и следа. Сколько их тут у нас еще? Гвен, я сказал тебе правду. Опыты прекращены, хотя и не так быстро, как я хотел. Никто больше не превращает людей в животных. Здесь ты видишь то, что бывает, когда зверь получает хорошую дозу ДНК человека. Иди за мной. Я надеюсь, ты сохранишь все, что увидела в строжайшей тайне. Ха. Еще один гибрид? Безумие. Ящер чуть не разрушил весь город. Кто в здравом уме станет снова создавать этих тварей? Огромную корпорацию за минуту не изменишь. Некоторые ученые утверждали, что эти несчастные существа могут пригодиться, но их не послушали. Сегодня гибридов не станет. Мы отправляем их в биолаб для безопасного уничтожения. С глаз долой и с сердца вон. Ой, а оно сегодня ело? Оно всегда такое. Опыты Коннорса зашли слишком далеко. Гибриды в этой комнате безумно опасны и очень заразны, поэтому их и содержат в камерах. Эй, куда это он? Вылезай, малыш! Этот малыш – ходячая эпидемия. Любой контакт с ним – инфекция. Инфекция убьет вас. Или вы сами станете гибридом. Хочу, чтобы вы остались человеком, Паркер. Так что вперед. А вакцины есть? Для этих тварей нет. Они же не люди для начала. Они родились в чашке Петри. А что до бедных людей, которые могут быть инфицированы, к несчастью, тоже нет. Противоядия нет. Не хочу показаться жестоким, но эти существа хуже крыс. Такие твари поставили Европу на колени, принеся чуму.
так себя ведет только когда рядом... В смысле... Другой красавчик вроде меня? Ничего, я привык. В отличие от роботов, биосущества непредсказуемы. Мне нужен контроль. Непредсказуемо, да? Это еще что? Игуана, что ли? Это самая странная экскурсия в моей жизни. Не волнуйтесь, Паркер. Дальше лаборатория наноботов. Увидите, не захочется уходить. Простите, доктор Смайт, мне нужен кто-то с особым доступом, чтобы проводить меня в сектор Б. У меня нет времени. Квен, может и к лучшему, что ты здесь. Разберись с этой бюрократической чепухой. Это тебе в наказание за то, что пришла без разрешения. Иди, догонишь нас, когда закончишь. Доктор, я лучше пойду с ней. Прослежу, чтобы ее не съели. Понимаю. Зверь может не устоять перед красотой, как и человек. Встретимся в лаборатории. Закончите и сразу туда. Мисс Стейси, это приказ. Конечно, доктор Смайт. Пошли, Пит. Рад вас видеть, доктор. Взаимно, Паркер. Это ты шутишь, правда? Это немного чересчур, ты не находишь? Это ужасное прошлое. Доктор Смайт говорит, что оно не вернется. Я ему верю. Это еще что? Что вы сделали? Ничего я не делал. Питер, он чует твою кровь. Он знает. Он на что-то реагирует. Я никогда раньше... Господи, он разобьет стекло! Он сейчас выскочит! Это я не могу. Надо было приводить. Я могу помочь. Смайк, что-то случилось. Потом это из камеры 4 пытается вырваться. Сейчас все выскочит. Выйди его отсюда. Все общая эвакуация. Мы хотим помочь. Я отвечаю за себя. Я помогу. Поздно. Всем убраться отсюда. Я должен активировать роботу. Прости, милая, тебе придется уйти. Я тебя не брошу. Доктор Бонус, я закончу по-своему. Ты мне не поможешь. Но кое-кто поможет. О, нет, это крыса. Я должен это прекратить. Что нам делать? Аварийная блокировка. Контроль переходит к роботам. Что ты делаешь? Нет! Может быть. Нет, нет! Гвен, посмотри на меня! Гвен! Аварийная блокировка. Помогите! Нет! Как это открыть? Нет! Нет!
Карантин на той стороне. Гвен, оставайся тут. Я за тобой вернусь. Веду тебя туда, где безопасно. Спасибо, Пит. Я заберу остальных, пока тут ад не начался. Пит, мы оба знаем, что он уже начался. Доктор Смайт сумеет хоть что-то объяснить. Найди его. Да, но я должен спросить, что будет дальше с тобой? Я не знаю, но точно ничего хорошего. Я инфицирована, Пит. Мы все заражены. Вспомни, что случилось с Коннорсом. Вариант только один. А вакцина? Если она раньше помогала? Коннорс заразился более ранним штаммом. Тогда это был обычный вирус. Он развился и мутировал. Теперь вакцины нет. А если я остановлю всех гибридов? Их надо остановить однозначно. Но даже если так, остается риск распространения вируса. Гвен, успокойся. С тобой ничего не случится, я обещаю, ясно? Разберемся. Я найду доктора Смайта и других. Надеюсь, еще не поздно. Стой, Питер, возьми Асфон, он на столе. Что взять? Телефон Аскорб. Это пробный образец, но я хоть позвонить тебе смогу. Хорошо, я скоро вернусь. Thank you.